приветствую вас, друзья. Ну что, вчера только обсуждали бабах э, плешивой гадалки. И тут Сережа Лещенко со своим бабахом тоже сказал, что в пятницу будет такой бабах. И какой же бабах он нам поведал? О том, что... 7 грудня минулого года произошло придбання очередной рухомости родины Рината Ахметова в Швейцарии, в этом самом кантоне Женева, за 2 миллиарда гривень. Идется про придбание виллы для его сына Дамира Ахметова. Ахметов купил очередной дворец для сына. Ну, 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 ну что это такое? Ну, это же просто смешно даже слушать. Потому что, ведь кто нам это докладывает? Сергей Лещенко, член наблюдательного совета. Сережа, ты пойми, ты член наблюдательного совета стоимостью в 10 тысяч долларов в месяц. В этом наблюдательном совете сидит еще там десяток людей с зарплатой еще побольше вы только там наблюдаете, или вы что-то можете организовать, или вы можете что-то инициировать, или вы можете только комментировать. Ситуация там такая, что Ахметову железная дорога перевозит почти за бесплатно железную руду. И никто ничего не может сделать, потому что у Ахметова свои люди в правительстве, кстати, в зеленом правительстве, и они не меняют цены на перевозку этой самой руды. Но вопрос, что может сделать целый член Наблюдательного совета Лещенко на железной дороге вместе с руководством железной дороги, если они хотят изменить цену? У них есть профсоюзы, подсказка Лещенко. Поднимите профсоюзы, выведите их с забастовкой к кабинету министров и потребуйте изменения тарифов на вагоны Ахметова, то есть на перевозку железнодорожной этой руды. Но вы этого не делаете. Вы просто комментируете, что купил Ахметов. Очень интересно. Посмотрите, где он еще живет, понаблюдайте за ним, куда он ходит, с кем он встречается. Это не нужная информация, это не бабах. Вот бабах будет, когда весь наблюдательный совет станет под Кабмином вместе с профсоюзами и будет требовать изменения цены. Бабах будет, когда профсоюзы железной дороги откажутся цеплять вагоны Ахметова. Они же все можно поотмечать крестиком. И сказать, что мы эти вагоны перевозить за такую цену не будем, потому что нам нечем кормить семьи, потому что у нас низкая зарплата, потому что мы не собираемся Ахметову покупать дворцы по всему миру. Но этого вы не делаете. Поэтому, Сережа, это не бабах, это чушь полнейшая. Еще раз напомню. Ты член наблюдательного совета, государственного монстра под названием «Железная дорога» стоимостью в 10 тысяч долларов в месяц. Извини, мы от тебя требуем, чтобы ты на эти 10 тысяч долларов в месяц и весь наблюдательный совет не только наблюдали за дворцами и сливали нам эту информацию, что должен делать новый молодой сливной бачок, а не уже, так сказать, в седине Целый Лещенко с его популярностью, с его бэкграундом, с его разоблачительной карьерой, член наблюдательного совета стоимостью в 10 тысяч долларов, нам повествует о том, что купил сын Ахметов. Зачем нам это? Ну, конечно, мы узнали. Можно было просто кинуть эту информацию. Но нет. Сережа уже, подражая лысой гадалке, начинает объявлять бабах на будущее. И, кстати, о бабахе Гордона. Оказывается, Бутусов нам поведал, и мы правильно все изложили, что, возможно, бабаха не будет уже в понедельник, потому что фильм они не могут этот успеть снять. И я еще больше разобрался с этим Биллинкетом. Оказывается, этот Биллинкет Сетевая организация, в которой участвуют, судя по всему, и наши журналисты. И теперь уже точно я вам могу сказать, уши Порошенко, Парахаботов, Бутусова торчат во все стороны с организацией вот этой провокации против Ермака. Потому что Порошенко спит и видит, как дестабилизирует работу Зеленского. Ничего у него не получится. Потому что Зеленского поддерживают европейцы и американцы. И на сегодняшний день этот Беллинкет не будет иметь никакой последствий. Потому что устарел. Очень устарел Порошенко. Вот так, как и устарели эти видосики Леченко. И я хочу обратиться к Пока у тебя есть популярность, пока ты получаешь 10 тысяч долларов, ну займитесь вы хоть какой-то организацией. Ну хоть как-то соберитесь и повоздействуйте на правительство, чтобы изменить цену. Вот это будет бабак. Когда выйдут профсоюзы железной дороги и во всех газетах будут писать о том, что профсоюзы железной дороги, отказались обслуживать Ахметовские предприятия. Отметили крестиками эти все составы и сказали, что их мы перевозить за такую цену не будем. А правительство пусть чешет после этого репу. И люди Ахметова тоже пусть чешут репу. И вот тогда можешь так вскользь сообщить, что сын Ахметова купил очередной дворец. Ну и, конечно, об олигархах хочу сказать. Потому что насколько надо быть идиотами, чтобы публично Показывать, что ты идиот за собственные деньги. Зачем Ахметов сыну купил вот этот дворец? Чтобы все видели в Женеве, что здесь сидит Нувориш, который ограбил свою страну и купил себе дворцы. Чтобы во Франции знали, что вот купил Нувориш этот дворец кота кровавого Леопольда. Чтобы все в мире видели, что человек обладает несметными сокровищами, ограбленными с нищей страны. Но зачем это надо? Хотя можно пользоваться деньгами. Это говорит о тупости нашего олигархата. И правильно, что они в этом году, наверное, перестанут существовать. Потому что сегодня идет накат и на Пинчука, и на Коломойского, и на Фирташа, и на Медведчука, и на Ахметова. И, кстати, заслуженно. Потому что у нас самый тупой олигархат в мире. Вместо того, чтобы при таких возможностях, при влиянии на телевидение, создать условия в собственной стране, профинансировать партию, которая хочет сделать здесь финансовый рай, которая хочет и для них тоже, чтобы здесь работали законы, а им сейчас законы нужны больше всех, потому что сейчас с ними будут поступать часто без закона, потому что по-другому от них избавиться невозможно, и поэтому будут исходить из политической целесообразности. А вот им нужны уже законы, и следующему поколению, тому же Давиду, или как там, Даниле Ахметовскому, тоже нужны законы. И сыну Коломойского нужны законы, чтобы сохранить капиталы. И чтобы жить в нормальной стране, чтобы их уважали хоть чуть-чуть в мире. А для этого надо собственных граждан отменить налоги, свести систему 5-10, сделать либертарианство. И тогда, возможно, вас посчитают умными. Люди накосили денег при Кучме Януковича, а потом взяли и вложили их в нормальную страну. И создали финансовый рай на территории Украины. Так нет же. Они ездят по всему миру, разбрасывают деньги. Как Коломойский вдруг решил скупить всю недвижимость в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки гахнули. Ахметов по всей Европе ездит, скупает. Теперь Европа его гахнет. Дальше Пинчук, который в Лондоне покупал дорогостоящие дома. Англия его гахнет. То есть их грабят постоянно. Те деньги, которые они ограбили с собственных граждан. И то же самое с Медведчуком происходит. Обратите внимание. Все глузка, которые он строил в течение 4-5 лет, сегодня арестованы СБУ. И там идут проверки. И его жахнули за то, что много чирикал. Короче, олигархи вы либо поумнеете, либо вам конец. Потому что вас раздавят, как червяков. Раздавит международное сообщество. А Лещенко, я еще раз хочу сказать. Стань взрослее. Тебе 40 лет. Еще раз повторю. Ты член наблюдательного совета. Стоимостью в 10 тысяч долларов. Действуй. Поднимай профсоюзы. И отказывайтесь перевозить вагоны Ахметова. Это будет правильный путь. Это можешь считать совет отца сыну. А вот настоящий бабак сегодня делает Данилов РНБО. Потому что он поднял то, как голосовали в 2010 году по Харьковским угодам. И обратил ли внимание сегодня впервые, так сказать, осветили то событие, потому что я тоже тогда оценивал это по-другому. А кто же тогда голосовал? И оказалось, что все предатели Родины будущие голосовали там за вот эти Харьковские угоды. И там вся российская колонна была видна еще тогда. Обратите внимание на видео, что у многих депутатов тогда, в 2010 году, были колорадские ленточки. И сегодня мы должны на это посмотреть по-другому. Я тоже тогда, в 2010 году, не сильно придавал значения этому съезду. Потому что я думал, что между нашими странами невозможно ни война, ни аннексия. Вообще никакого конфликта. А потом события показали совершенно другие вещи. И произошло то, что произошло. И поэтому тибу, сегодня я смотрю совершенно по-другому на людей, которые ходили в этих колорадских ленточках. И оказывается, они все голосовали за Харьковские угоды. Они уже тогда сидели на подкормке Газпрома на подкормке Кремля и работали как пятая колонна в Украине на развал Украины, на будущий развал Украины. Это они, кстати, разваливали армию, это они принимали законы, которые разваливают экономику. Это они сидели на газу, грабя эту страну. Это они и есть те самые будкостроители, которых выгнал Майдан. И многие говорят: но ну, это же было давно, и депутаты не несут ответственность, несут политическую ответственность, несут ответственность ту, что сегодня мы видим этих предателей. И еще одно, изменилось мнение, это сигнализирует о том, что новое поколение смотрит на жизнь и работу предыдущего поколения по-другому. И у нас изменилось отношение к Харьковским угодам. Потому что оккупация России произошла, отторжение Крыма, и Майдан произошел. И сегодня мы смотрим на высказывания политики с точки зрения их оценки. Новое поколение, которое пришли с зелеными, смотрит на это совершенно другими глазами. И это правильно, потому что оценивает нас всегда будущее поколение. Мы всегда должны думать, а как будут оценивать наше поведение, наши дети. И вот это настоящий бабах. И вот те же самые олигархи должны задуматься, а как будут оценивать сегодняшнее их поведение, их внуки, дети вот тех вот людей, на которых они сейчас пытаются оформить недвижимость. Потому что они будут смотреть на это по-другому. И, возможно, они будут очень недовольны тем, как ведет себя Ахметов, как ведет себя Коломойский, Фирташ, Медведчук и все прочие. Потому что то будет другая оценка. Это оценка другого поколения. Вот так, как сейчас происходит с харьковскими угодами и голосованием. И вот это настоящий Бабах. А то, что объявляет Лещенко Бабах это скорее пук в лужу. Так вот, дорогие друзья, что получается с олигархами, когда они только берут, и ничего не дают стране. И на сегодняшний день, возможно, пришло время очищаться. Возможно, для них должно прийти понимание того, что вы выглядите смешно в Монако, смешно в Швейцарии, смешно во Франции, смешно в Америке, потому что... Никто вас серьезно не воспринимает, потому что те дома, которые вы покупаете, дворцы, все равно на них написано. Казнократский дом украден из бедной страны, ограбленной страны. И никто ваших детей принимать не будет. Поэтому задумайтесь о том, чтобы сделать лучше здесь. Вот о том самом финансовом рае. Поэтому это послание тем людям, которые сейчас зарабатывают. Зарабатывайте, но не забывайте, что зарабатывают тогда, когда нет денег. А когда они уже есть, надо думать о других вещах, а не только о деньгах. Короче, деньги нужны, когда их нет. А когда уже есть деньги, нужны совершенно другие вещи. По пирамиде Маслова нужна самореализация. А если ваша самореализация олигарха превратится в самого богатого на кладбище, то это не тот путь, который надо пройти. Нужно не быть не самым богатым на кладбище, а самым уважаемым человеком в мире. И желательно в своей собственной стране. Стать уважаемым человеком, а не чтобы в тебя тыкали пальцем, что он больше всех украл из страны, потому что честно, не заработанные деньги. А, соответственно, тратить их надо по-другому. Во всяком случае, хотя бы для того, чтобы сделать хорошо своему народу и превратить страну в финансовый рай. Зарабатывать.